Всем привет, Кент на проводе, и у меня для вас есть одна очень интересная, в то же время познавательная новость, потому что, ребята, я думаю, что многие из вас видели вот этот скриншот, сейчас я его выведу вам на экран. То есть на данном скриншоте мы видим блок Observer, на заднем фоне мы видим Ender-портал. И, ребята, внимательно посмотрите в верхний левый угол, что вы там видите? Ну, скорее всего, если вы сидите с телефона, то вы ничего не видите, но давайте я немножко увеличу. Да это же самый настоящий командный блок. Это очень-очень круто, потому что при помощи командного блока у нас откроется новый мир новых возможностей. Я очень рад, что его добавят, потому что, ребята, на ПК есть командные блоки, и при помощи этих командных блоков делают просто огромные штуки, делают огромные карты, делают огромные разные приколюхи. Поэтому, ребята, я думаю, что командные блоки в Minecraft Pocket Edition — это большой прорыв. Так что, пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь данной новостью с вашими друзьями, потому что не так уж и легко было разглядеть этот командный блок. Также, ребята, пожалуйста, напишите какой-то комментарий. С вами был ваш Кент. Всем удачи, всем пока.